Привет, друзья, которые смотрят нас, начиная с этого момента. Благодарю вас за внимание. Мы начинаем сегодня шоу «Веры». Опять мы пришли к вам в дом, чтобы принесли слово позитивное, объективное, слово, пришедшее из сердца Бога. На самом деле у Бога есть план для моей жизни и для вашей жизни. И этот план конкретизируется, когда вы начинаете постигать науку того, что Бог хочет для вас. Тогда вы сможете услышать голос Бога. Сегодня поговорим о том, как услышать голос Бога, как Он придет, очистит ваше сердце там изнутри, и вы узнаете, что делать, как себя вести. Короче, вы научитесь принимать решения, которые будут благословлять вашу жизнь. Затем доктор Суарес, он будет задавать людям на улице некоторые вопросы, и у вас появится возможность разрешить сомнения в отношении различных вопросов, касающихся Слова Божьего. Имеем также одну очень особую историю об освобождении, об ответе этому человеку, когда он оказался в очень сложной ситуации, потребовалась сила Бога. Он взмолился, призвал Бога, и Бог оттуда, с небес, смог ответить этому человеку, подтверждая для нас, что сегодня мы можем иметь ответ Бога, мы можем иметь указания от Бога, мы можем ожидать великих совершений от Бога. Затем мы все помолимся за всех людей, кто нуждается в поддержке, в силе Бога в их жизнях. Я вернусь сюда, в студию, сразу после молитвы веры. Итак, с этого момента служение доктора Суареса начинает шоу веры. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, так хорошо быть здесь, в Доме Бога. Я знаю, что миллионы тех, кто нас смотрит сейчас дома, также сделают из своих домов обитель Бога. Так как там, где мы призываем Его имя, там Он присутствует. И там, где Он находится, мы предстаем перед Богом, чтобы Бог мог творить, исцелять, избавлять и преобразовывать. Всегда таким образом. Я довольно давно уже проповедовал здесь «Деяния апостолов», но осталось закончить основное послание. Прошло уже несколько месяцев, но сегодня я закончу. Это глава 11, начинается стиха 19. Кто не слышал, услышит здесь много хорошего. А кто уже слышал, послушает снова во имя Христа. Сказано так: «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев». В начале Евангелия проповедовали лишь иудеи. Но была группа людей, которые были мудры. Стих 20. «Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса». То есть никто из язычников, составлявших большинство населения мира того времени, как и сегодня, не имели возможности услышать Слово Божье. Тогда они благовествовали Господа Иисуса. И смотрите, что получилось. Они порадовали Бога. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Если мы молимся на свет, который мы получаем, и не работает, значит, время остановиться, думать и молиться. Бог, почему не получается? Мы должны смотреть Слово. Забудьте, что говорит Суарес, что говорит Жайми, Демарим, Антон, Петр, Михаил или кто бы там ни было. Важно то, что говорит Библия. Иисус говорил: «Проповедуйте Евангелие всей твари», а проповедовали лишь иудеям. Почему? Я не знаю. Но эти парни из Кипра и Киренеи были более мудрыми. Пришли и говорили грекам, и рука Бога подтвердила: так и надо. Дошел слух, посмотрите, какое слово, слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. То есть, судя по тому, что произошло, они не особенно поверили. Прошел слух Варнава: ты освященный христианин, а не какой-то неуч. Иди в Антиохию и посмотри, что там происходит. Варнава пошел.
как говорится, одна нога здесь, другая там. Я хочу посмотреть на это. Они слепо верили, несмотря на слова Иисуса, что Евангелие было лишь для иудеев. Стих 23. «Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался». Лишь тогда он возрадовался. «Дошел слух, так что можно понять, что они не принимали. Они приняли лишь Варнаву, и он возрадовался, когда увидел благодать Божию». Но это Бог! Нет никакой разницы в том, что они делали среди иудеев и делают среди язычников. Итак, это Бог, тогда он возрадовался. Посмотрим, что здесь еще. «И убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Этот человек не был человеком завистливым. Он не был индивидуалистом. «Нет, если не в моей церкви, я и знать не хочу». Ради любви, что вы испытываете Господу. Не ограничивайте деяния Бога только одной своей церковью. Бог – Господь, чтобы творить в любом месте. Есть люди, которые не принимают человека только потому, что он другого вероисповедания. Нет, имеет значение дело Бога. Когда он увидел это, он возрадовался, и он убеждал всех. И убеждал всех. Друзья, вы видели благодать Бога? Я растроган, я счастлив. Убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Вы достигли спасения. И почему он говорил это? Ибо он был муж добрый и исполнен Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Что нам необходимо, это быть добрыми людьми. Допустим, вы на работе, появился новый сотрудник, мне он или она не понравился. Только взгляните на его походку. Что это такое? Помилосердствуйте. Посмотрите на его лицо. Помилосердствуйте. Что это такое? Помогите человеку. Так завтра вам может потребоваться помощь. Если нет, Бог вас вознаградит. Мы должны быть людьми добрыми, старающимися. Бог, дай мне понимание, дай мне мудрость, дай мне способность. Мне нужно объяснить кому-то. Мне нужно, чтобы кто-то продвинулся. Я должен помочь людям понять путь света. Мне нужно каким-то образом быть полезным тебе, желать добра всем людям. Почему же он сделал все это? Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго. Взгляните, это благословение теряет большинство христиан. Люди заинтересованы в исцелении, и Бог действительно исцеляет, процветание Бог обогащает, получение благословений, но они не понимают, то благословение придет быстрее, будет постоянным и разнообразным, когда вы исполнены Святым Духом. Когда вы исполнены Святым Духом, не остается места ни для какого другого духа. Жадность не проникает в ваше сердце. В ваше сердце не проникает проституция. В ваше сердце не проникнет никакой грех, так как вы полны небесным огнем. Но люди не понимают, не ищут. «А, я уже слишком стар, чтобы быть исполненным Святым Духом. Что это за угнетенный настрой? Только если вы старше, чем Мефусаил, который прожил 969 лет, тогда в 970 можно сказать, что вы созрели. До этого вы должны искать Бога. Вы должны исполниться силой Бога. Этот человек был исполнен Святым Духом. И кто должен говорить, уж не Суарес, не Петр будет говорить это, непосредственно Святой Дух будет говорить. Этот мужчина, эта женщина, этот парень, эта девушка готовы, так как исполнены Святым Духом. В ком есть Святой Дух Бога, имеет мудрость, имеет благоразумие, имеет силу против зла. В ком есть Святой Дух Бога, рядом с тем есть Бог. Брат мой, невозможно трудиться целый день, биться головой об стену. Вы всегда будете пострадавшим. Позвольте Богу делать дело. Когда вы исполнены Святым Духом, достаточно лишь указания с небес. Итак, Отец, я определяю, и вы пойдете, и все будет готово. Бог приготовит для вас путь. Он пойдет впереди, открывая двери, и Он закроет те, что не годятся. Он будет вас создавать, поднимать вас. Он даст вам условия, чтобы вы были благословением. Ибо Он был муж добрый и исполнен Духа Святаго и веры. Это означает, что он всегда размышлял над Словом Божьим. Ах, доктор Суарес, не всегда, всегда.
Библия гласит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Никто не получает веру через молитву, мольбу или целование рук. Человек, который не читает Библию. Если у вас нет денег, чтобы купить дорогую Библию, есть Библия доступная. Это та же Библия, содержит те же слова. Чтобы читать каждый день, читать Евангелие, псалмы и все, что Бог еще пошлет вам. Не читайте все разом, читайте осмысленно. Человек, который не читает Библию, не размышляет над Словом Бога, не получит веры. Доктор Суарес, у меня нет веры. Вы исповедуетесь. Я не читаю Библию. Я не размышляю над Библией. Библия для меня такая же книга, как любая другая. Нет. Библия – это книга, в которой есть Бог, которая помещает Бога внутри нас, которая избавляет нас от нас самих и которая нас защищает от всех ловушек лукавого, от тех учений лукавого, которые приходят, чтобы вырвать вас из присутствия Бога. Варнава был муж добрый, исполнен Святого Духа и муж, который жил, размышляя над Словом Бога и всегда понимая, приходя к вере и практикуя ее. Так как если Бог дает вам веру, скажем так, первый уровень, первое измерение, и вы не используете, зачем ему давать вам второй, если вы уже отказались? Используйте, что дает Бог. Бог даст еще. Он сказал: кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Но доктор Суарес, значит, секрет в этом. Нет трудностей. Нет никаких привилегированных людей. Людей, рожденных, чтобы быть образцами благодати Бога. Нет, мы все равны. Неважно, кем бы вы ни были. Если вы отдали себя Слову Бога, начинаете исполнять волю Бога, Бог вас продвинет. И я не знаю план, который у него есть на ваш счет. Вы не знаете, но он знает. Это план мира, благословения, чтобы сделать вас успешным. Вручите ваш путь Господу, уповайте на Него, и вы увидите, что Он сделает для вас. Он сделает, чтобы ваше правосудие осуществилось. Он сделает из вас благословение. Брат, если до сих пор вы теряли все это, начните сейчас. Бог, с этого момента я хочу вернуть время, я хочу добиться большего, и Бог будет с вами во имя Иисуса. Аминь. Позвольте мне помолиться. Отец, спасибо за слово приятное, простое, но могущественное. И в то же время, Отец, помоги тому человеку, который понял, что ему нужно делать. И тогда он сделает. И тогда он будет благословлен. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь, и аминь. Я хотел бы помолиться за тех, у кого зло в позвоночнике, но зло серьезное. Доктор Суарес, у меня серьезная проблема. Я не могу наклониться из-за боли. Я не могу наклониться до пола, я не могу согнуться назад. Я не могу повернуться. У кого серьезное зло в позвоночнике? Поднимите вот так руки. Пройдите сюда вперед, пожалуйста, так как мы сейчас будем молиться во имя Иисуса. Подойдите быстрее. Есть такие, что медлят полчаса. Тогда не нужно и подниматься. Если вы не верите, не пытайтесь. Нет, доктор Суарес, сегодня мой день. Я буду искать благословение от Бога. И те, кто дома, приготовьтесь, так как эта молитва затронет также и вас. В любом уголке страны или даже в других странах. Есть люди, у которых есть спутниковые антенны. И люди из Европы, которые нас сейчас смотрят. Бог действует в любой стране. От Португалии до России, от Греции до Швеции, в любом месте можете быть уверены, что Бог действует во имя Иисуса. Неважно, велико ваше страдание или нет, я буду просить Бога протянуть Его руку, послать Его силу, это и значит протянуть руку, и ангелы Божьи коснутся вас. Когда я буду молиться, вы просто верьте. Когда я закончу молиться, и в день суда он покажет свой фильм, касаясь именно там, где вам необходимо. Я скажу так: сделайте то, что вы не могли сделать. Что вы не можете сделать? Не можете наклониться, вы наклонитесь. Вы не можете согнуться, вы согнетесь. Но если вы будете думать так: неужели я смогу? А если будет больно? Не пытайтесь. Вы не сможете и будет больно. Но почему, доктор Суарес? Потому что если и неужели — это слова сомнения. Кто сомневается, тот пленен в руках врага. Смотрите на меня, вам не нужно смотреть в пол, смотрите прямо на меня. Кто сомневается, тот в руках лукавого, тот пленен в страданиях. У кого есть вера, тот в руках Иисуса.
Бог не действует в руках нечистого, Бог действует в руках Иисуса. Смотрите вот так на свою правую руку и говорите так: Господь Бог, во имя Иисуса, я прошу Тебя, положи Твою руку поверх моей и передай моей руке Твою силу исцелять, избавлять, разрушать деяния дьявола, возрождать и творить чудеса во имя Иисуса. Аминь. Смотрите на меня. Вы положите эту руку с силой или на затылок, или здесь, куда сможете. Где вам будет лучше? Если здесь лучше здесь, то положите здесь. Склоните голову, закройте глаза. Вы поняли, эту руку с силой вы кладете на затылок или здесь внизу. Теперь закройте глаза. И теперь, брат мой, скажите так: во имя Иисуса я не приемлю и не допускаю никакое зло в своем позвоночнике. Я требую, дьявол, забирай все свое и выйди из меня сейчас во имя Иисуса. Мой позвоночник, будь исцелен. Теперь позвольте мне помолиться, не открывайте глаза. Отец, во имя Иисуса я пришел к Тебе. Я прошу Тебя, протяни свою руку силы, направь сейчас свою силу сюда и туда, где этот человек молится, в любой уголок мира, и коснись этого позвоночника, исцеляя полностью. Сделай так, чтобы позвонки вернулись на места, чтобы диски действовали безупречно, укрепи диски. Отец, удали остеохондроз, артрит, артроз, ревматизм, ревматоидный артрит, сколиоз, лордоз, что бы то ни было, Отец. Я прошу чудо, в котором нуждается этот человек сейчас. Тот, кто уже прооперирован, у кого есть последствия операции или аварии. Отец, исцели теперь. Я буду использовать власть, которой Ты меня наделил. И это во славу Господа. Во имя Иисуса я связываю всех духов, вызывающих болезни в этих позвоночниках. И я теперь приказываю во имя Иисуса: уйдите из этих позвоночников. Убирайтесь сейчас же. Заберите боль, физические дефекты. Заберите то, что вы поместили в этом человеке, и убирайтесь. Уйдите из этого позвоночника, уйдите из позвонков, уйдите из всего позвоночника, из реакции, которую вы вызываете в теле. Я требую во имя Иисуса. А вы скажите: я верю, Господь. Кто верит, поднимите обе руки к небу, вот так и скажите: спасибо, Иисус. Итак, теперь вы наклонитесь 4 раза до пола, быстро, если промедлите, больше не сделаете. 4 раза. 1, 4. Без остановки. Как замечательно. Я вижу здесь много улыбок. Доктор Суарес, получилось. Братья, кто сейчас был исцелен? Поднимите руки, чтобы поблагодарить Бога. Смотрите, как прекрасно. Скажите: Иисус, большое спасибо. Давайте подарим ему прекрасные аплодисменты. Возвращайтесь на свои места. Возвращайтесь, скоро будет еще молитва. Знаете, когда Бог дает слово, берите, брат мой. Там внутри есть сила, чтобы сотворить чудо в вашей жизни. Можете записать во имя Иисуса, что наш Бог не ошибается. Наш Бог никогда не проигрывает битвы. И если Он коснулся вас, вы можете поверить во имя Иисуса. Переходим к истории из реальной жизни. Я начал смотреть шоу веры, стал ходить в церковь, но без особого желания. Я много курил, много пил, очень много спиртных напитков почти каждый день. До тех пор, пока доктор Суарес не стал говорить о книгах «Исцелять больных и изгонять бесов»,
«Как обрести счастье». Это стало первым, что я приобрел в церкви. Обязательно прочитайте эту книгу, если вы еще не прочитали. Хоть попросите кого-нибудь. «Исцеляя немощных и изгоняя демонов». Затем «Имя Иисуса». Даже не знаю, сколько раз я читал. И я написал книгу «Как получить благословение». Я начал читать и заинтересовался, научился различать вещи. И все стало улучшаться. Я стал спонсором. Что важно, я долго боролся, чтобы стать спонсором. Я чувствовал, что должен был им стать. Понимаете? И однажды я сказал, я буду спонсировать. И слава Богу, после того, как я стал спонсировать, всю жизнь стал улучшаться. Я нашел работу. Раньше мне нужно было занимать машину, чтобы работать, так как я был менеджером по продажам. И мне была нужна машина. И с того момента, как я переродился 2 года назад, был крещен водой в церкви, я смог купить машину. После благословления в финансовой сфере Рожерио проходит через испытания в плане здоровья, что стало настоящей проверкой его веры. У меня были огромные камни в почках. Даже когда я пошел сдавать анализы, я чувствовал сильную боль. И так продолжалось на протяжении года. Тогда я позвонил в церковь. Мой друг Марси сказал мне, позвони в церковь, они отправят тебе домой людей. Даже катетер мне ставили дома. В больнице просто не было мест. Мы пришли сюда совсем не случайно. Бог отправил нас сюда. Дух Божий будет действовать обязательно. Будет действовать в твоей жизни сегодня. Ты веришь в это? Он сказал, верю. Тогда я помазал его. Помазал его ладони, его голову. Мы все вместе взяли за руки, я держал его за руку, все держали, 3 сестры. Другая сестра тоже держала его, и тогда я произнес молитву. «Во имя Иисуса ты будешь исцелен». «Ты веришь в это?» Он сказал «да». Я сказал «тогда ты благословлен во имя Иисуса». Они молились за меня, и когда все прошло, если я не ошибаюсь, то спустя 15 дней после этой сильнейшей молитвы все эти камни вышли. Слава Богу! Слава Богу, каждое воскресенье он присутствует. На службе каждую пятницу, он никуда не уезжает, он здесь. Я избавился от камней в почках полностью, я проверялся, и сейчас делаю анализы. Повторно. После того, как он стал спонсировать, только благодать. В его жизни есть все. Это невероятно. Все его мечты стали сбываться. Наладились отношения с его женой, с которой он до этого момента совершенно не разговаривал. Все, что он просит у Бога, являясь спонсором, Бог во всем благословляет. Все то, что произошло с нами, действительно страшно, честно говоря. Столько всего произошло, Бог мой. Я потерял много клиентов, и из-за отсутствия клиентуры мои конкуренты продавали больше меня. Но теперь мои клиенты мне звонят, покупают, понимаете? Все это произошло со мной. С каждым разом что-то хорошее, пока я верю. Верю в дело Божие, ведь я рад присутствию Бога. Для меня это очень важно. Жаль, что я не знал о Боге несколько лет назад, потому что я имел бы другую историю моей жизни. Это для каждого, кто слушает слово Бога, а не только для Рожерио из Минас-Жерайс. Переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, есть ли пределы, чтобы поклоняться Богу? Нет пределов, это то, как говорит Бог. Кроме того, дух пророка главенствует над самим пророком. Мы не должны делать недостойные вещи. Даже если это очень приятно, дух пророка не должен кричать нетерпеть, не должен убегать, устраивая сцен или забираться на стену. Это непозволительно. Мы должны быть здравыми во всем, и Бог благословит во имя Иисуса. Говоря о благословении, давайте сейчас поднимемся, чтобы помолиться. Бог сейчас хочет сделать нечто великое в вашей жизни. Склоните голову, закройте глаза. Господь Бог, я снова пришел во имя Иисуса в Твое присутствие. Это было прекрасно, когда мы увидели людей благословленных. Отец, и от макушки головы, и до подошвы стоп. Изнутри и снаружи. Отец, здесь есть люди, у кого есть проблемы, отец, серьезнейшие. У этой женщины назначена операция.
Этот мужчина, Бог уже не выдерживает такие страдания. Мой Бог, снизойди сейчас со своими ангелами и исцели здесь, дома, где бы ни был этот человек. Я объединяю свою веру с верой этого человека, и это во имя Иисуса Христа. Я разрушаю власть дьявола. Она разрушена в вашей жизни. Теперь будьте сильными, прикажите этому злу уйти во имя Иисуса. Мы вернулись сюда, в студию. Это очень важно. Когда вы услышали простое слово, но вы видите, что оно приносит результат, люди уже не могут сказать: «Взгляните, Бог меня благословляет». Теперь вопрос: почему это происходит с этими людьми? Почему не со мной и не с вами? Это наш ответ на слово Господа Бога, что приносит чудо, разница, то, в чем нуждаемся во имя Иисуса. Кто смотрит меня в первый раз и те, кто уже сопровождает эту программу ежедневно на этом канале, я спрашиваю: Бог уже говорил с вами, чтобы поддержать эту программу в эфире? И вы скажете: как это? Мы всегда говорим, что Бог призывает людей, не всех, призывает группу людей, которые называются спонсорами, людей, которые чувствуют призыв Бога, импульс от Бога, чтобы финансово поддержать эту программу. Благословение Бога бесплатно. Вы слушаете, и с вас за это ничего не требуют. Однако, если вы чувствуете от Бога, чтобы стать одним из этих людей, которые будут колоннами, чтобы поддержать эту программу в финансовом смысле, что вы должны делать? Свяжитесь с нами. Это наш телефон, что появился внизу вашего экрана, или по нашему имейлу. Вы скажете: я чувствую от Бога и хотел бы быть полезным этому делу. Если вы не почувствовали, пожалуйста, не нужно. Не пытайтесь купить благословение Бога, так как благословение Бога бесплатно. Если вы скажете: Давид Суарес, я хотел бы вашей поддержки и молитвы. Я переживаю трудности. Мне нужна помощь Бога. Я не знаю, что делать. Я запутался или запуталась. Я не знаю, кто меня смотрит в этот момент. Бог не Бог путаницы. Он хочет разъяснить эти сомнения, эту незащищенность, эту озабоченность, что вы переживаете в своей жизни. Итак, прямо сейчас позвоните нам или свяжитесь через email и получите молитву веры. И верьте, у Бога для вас есть больше. Хорошо? Подходим к заключительным секундам этой программы. Пусть будет мир в вашей жизни. До встречи во имя Иисуса.